Гуччи, несмотря на постановки и для Гвен Стефани, и для принца, не говоря уже про Бейонсе. Но свои высшие награды, а именно две престижнейшие премии за хореографию, он получил за танцы для Бритни, постановку Womanizer и Circus. Мой хореограф потрясающий, он понимает меня, он знает, как сделать женщину красивой, он великолепен, действительно лучший. Он знает мое тело и знает, как сделать так, чтобы я выглядела великолепно. Такой хвостик, вечная приставка к его имени в виде Бритни Спирс, Андре не смущает. Хотя перед началом тура под принцессы ходило множество слухов, будто бы Бритни уволила своего бессменного хореографа. Столько слухов, нельзя верить всему. А уж вокруг Бритни их немыслимое количество. Я ставил всю хореографию ее тура, ничего плохого перед ее началом не случилось. Но после этого шоу мы действительно завершили совместную работу. В Москву Андре приехал с мастер-классами. Кстати, уже во второй раз. Его ученики, местные хореографы, в диком восторге. Впитывают от Андре буквально каждое его движение. Вот эту вот энергетику, вот эту атмосферу, вот это вот внутреннее чувство, я не знаю даже, как это объяснить. Ну, Андре признанная элита американских хореографов, вот, поэтому, конечно, ожидал высшего пилотажа и получил то, что ожидал. Андре чуть прихрамывает. Это свидетельство многих и многих прыжков и падений, многих и многих тренировок. Но хорошему танцору ничто не мешает.